Она сейчас вам споет песню Анна Бабаджаняна на стихи Эльвидистана. Это же армянский фильм «Ночная серенада» или «Песня первой любви». «Песня первой любви» и вот прозвучит сейчас «Ночная серенада». И прозвучит она на русском и армянском языках. На армянском будет это? Да, почему бы нет? Очень интересно, понимаете, схватить вот этот вот изгиб мелодии. Именно язык очень способствует, всегда колорит этот вот, как бы, раскрывает. Поэтому мы иногда это пробуем. Живем.